Добрий вечір. Ефір нашого телеканалу продовжує програма «Розмова на тему». Сьогодні у нас цікавий гість – це Олександр Сінкевич, підприємець, громадський діяч. Олександр, доброго вечора. Ми раді вітати вас в нашій студії. Враховуючи те, що ми представляємо вас як громадського діяча, як такого активного миколаївця, власне, цікава ваша думка стосовно того, яким має бути наше місто. І чого не вистачає йому сьогодні, аби воно було таким європейським, розвинутим, красивим? Будь ласка. Дякую. З вашого дозволу я перейду на російську мову, бо я думаю російською, і мені так швидше формувати думки, а в нас дуже обмежений час. Добре, як заважаєте. Ну, я вважаю, що Миколаїв в будущем должен бути цвітущим, комфортним, удобним і здоровим городом. И, собственно, всю свою деятельность, которую я веду как общественный активист, как гражданский активист, я направляю именно на это. На то, чтобы это был город, в котором хочется жить. Хочется жить, хочется развиваться. Ну, насколько я знаю, вы со своей командой уже не единожды проводили какие-то акции в городе, какие-то флешмобы, собирались и помогали в уборке этого города, и проводили спортивные мероприятия, образовательные мероприятия. Вот немного о них, пожалуйста. Ну, мы, конечно же, хотим, чтобы город был чище, поэтому, имея такую общественную инициативу, мы поддержали предложение людей, которые к нам обращались, давайте сделаем город чище, очищали парки, помогали в проведении спортивных мероприятий. В частности, мы хотим зашить в код города, в ДНК-код города, такое мероприятие, как ярмарка спорта, которую мы провели уже 2 раза в этом году. Это первая была ярмарка в Николаеве, ярмарка спорта. Были представлены большое количество спортивных секций, как платных, так и бесплатных. Горожане могли выбрать что-то для себя, для своих детей, чтобы дети не оставались на улице, а занимались и развивались в спортивном направлении. Было проведено также очень много интересных мероприятий, таких как борцовские чемпионаты, чемпионаты по борьбе по греко-римской, этап велокубка всеукраинского, также была велогонка проведена нашей поддержке. Мы всегда хотим, ну скажем так, развивать молодежь, потому что молодежь – это наше будущее, и оно должно быть здоровым. Потому что Миколаїв должен быть в будущем здоровым. Ну, Саш, ну Миколаїв же это не только молодежь. Здесь люди живут разного поколения. Наверняка есть какие-то программы, которые направлены, или акции, которые направлены для того, чтобы привлечь людей другого возраста в том конечно, числе. Конечно, конечно. Среди людей, которые окружают меня, есть люди, которые, ну скажем так, запрещают использовать слово «люди похилого віку». Они говорят, ни в коем случае так нельзя говорить, нужно говорить «люди поважного віку». И, в частности, есть мой друг и человек, который со мной учился в университете, это Роман Пашнев, который занимается как раз, его направление – это люди поважного віку. Люди, которым он организовал школу компьютерного образования и помогает людям, пенсионерам, там уже группа из 15 человек, мы хотим это развивать и увеличивать там в десятки разов. Они такие активные, да, пользователи становятся? Да, конечно. Им интересно все. Им интересен интернет, кроме того, уже мы, ну, скажем, провели такие учебные курсы, и дошло до того, что уже смог дедушка 75-летний позвонить своей внучке по скайпу и поговорить с ней там в Польшу, за границу. Это на самом деле очень интересно, потому что эти люди... Ну, вследствие того, что Миколаїв сейчас не очень привлекательный для города жизни, в смысле город для жизни, и люди, ну, молодежь пытается искать себе какие-то другие места, при этом обрекая своих родственников, старших людей на одиночество. И, возможно, вот этот интернет, доступ к интернету является той возможностью пообщаться со своими родственниками, которые находятся за границей. Мы очень ценим этих людей, потому что... Ну, как раз многие программы и многие деятельность, которая проводится в городе, она как раз направлена на молодежь. Про стариков мы забываем. И вот такие проекты, и мы дальше будем развивать эти проекты, как раз направлены на то, чтобы социализировать наших пенсионеров. Смотрите, насколько ваши инициативы находят поддержку у горожан? Я имею в виду, вот в данный момент, когда вы говорили об уборке парков, и, пользуясь вашей терминологией,
Что же делать, чтобы вшить код николаевцам, чтобы там не мусорили? Что нужно делать? Как образовывать? Как объяснять? Чей опыт показывать, чтобы люди эту бумажку какую-то донесли до мусорника? Ну, я считаю, что нужно бороться не с последствиями, потому что бумажки на улицах и мимо мусорника – это последствия. Нужно бороться с источником проблемы, а именно с тем, что нам нужно в школе доносить, нужно доносить в семье, нужно доносить в социальной рекламе, что если ты хочешь, чтобы в городе было чисто, начни с себя. Если ты хочешь, чтобы произошли какие-то изменения, начинай изменяться сам. И нужно это делать с детства. Нужно, чтобы родители работали со своими детьми, школа, университет. И тогда не придется нам очищать там. Но с другой стороны, вся то, что если присутствует какая-то там грязь или что-либо еще, это, конечно же, недостаток работы коммунальной нашей сферы. И все мы знаем о том, что коммунальные службы у нас находятся не в лучшем состоянии, и даже, можно сказать, в плачевном. Поэтому и работа ими выполняется на таком же уровне. Собственно, да, вот а что нужно сделать для того, чтобы город был привлекателен, кроме того, что упорядочить работу коммунальных служб? Ну, вы знаете, работа должна быть в общем системная. Любая работа должна быть системная. То есть нельзя заниматься латанием дороги, при этом не починив под ней, скажем, водопровод или приведя в порядок трубы. Потому что мы приведем сейчас, починим дорогу, через месяц потечет труба, мы заново ее будем разрывать, и вся работа по починке дороги. Это называется несистемная работа. Вся работа по починке работы, починки дороги просто пойдет на смарку. В частности, недавно я имел возможность проходить обучение по специальной программе в Киево-Могилянской бизнес-школе, идея которой была донести эффективные методы управления коммунальным имуществом. И изучив эти программы, я понял, что мы так далеки от правильного управления вот городским пространством, правильного управления городскими ресурсами, нашим коммунальным имуществом. И те люди, которые там преподавали, это действующие, ну, скажем так, руководители специальных там подразделений, городов и так далее, которые давали и учили нас, как правильно и эффективно управлять тем, что есть в наличии у города, в том числе и уборкой заниматься, и то есть уборкой тоже нужно заниматься правильно? Правильно, конечно. И уборкой, и теми бездомными животными, которые есть у нас в городе. Всеми нужно правильно заниматься, и незачем выдумывать новые рецепты. Незачем выдумывать этого. Все есть. Все есть. Нужно просто брать и использовать чужие наработки. А именно, ну, то, что уже делается за границей, то, чего мы еще, до чего мы еще не дошли. В частности, использовать польский опыт. В рамках этой школы мы поговорим о Польше. Да. Ну, собственно, в Украине есть города, которые могут быть примером для Николаева? Конечно. В Украине не так много успешных городов, но Николаев точно не среди них пока. Это Винница, это Львов. Вот, да, Винница очень красивый город. Это Киев. Опять же, системный подход к решению городских проблем позволил Виннице вырваться в лидеры украинских городов, в том числе и по чистоте, и по благоустроенности. Знаете, мы с режиссером данной программы, в том числе, недавно были в Черкасах. Тоже нас очень впечатлил Черкасы — чистый город. Там мы фактически не видели бездомных собак, о которых вы говорили. Везде цветочки, везде аккуратненько. Я же говорю, там очень много городов таких: Черкасы, Ивано-Франковск, где-то нам подходит к этому Сумы, там, ну и так далее. То есть очень много разных городов, которые, скажем так, перестроили свою работу с коммунальным имуществом, с жизнью городской. На самом деле тут нужно менять уже подходы. Не просто изменять методы и изменять каких-то людей, менять какие-то там программы. Нужно изменять вообще подходы, то есть в корне переходить к новым методам управления городом. И не надо их выдумывать, опять же повторяюсь. Нужно просто брать и копировать пример городов, которые есть такие же по населению и которые были в таком же состоянии, как и Николаев сейчас. Ну, собственно, а что мешает Николаеву это сделать? Это какое-то вот нежелание? Я не знаю, что это такое. Может быть, где-то там это отсутствие воли, может быть, это неумение, может быть, просто, ну, скажем, какой-то момент идеологический или еще какой-то, но этого сейчас
Если это и делается, то делается очень крайне медленно. И я бы хотел сказать, что вот все, что происходит в управлении городом, оно все должно копироваться вот как с бизнеса. То есть для того, чтобы город стал структурой, которая не будет постоянно требовать денег, помогите, дайте, а город будет зарабатывать сам на себя. Вот городу нужно прекратить экономить, нужно научиться зарабатывать. И руководитель города должен быть человек, который понимает, что такое рисковать, что такое коммунальным имуществом, что такое, как правильно, эффективно управлять, что такое сроки выполнения каких-то задач, что такое, понимаете, очень многие задачи выполняются сейчас во многих городах Украины на уровне процесса. То есть вот они настроены на процесс. Мы будем... То есть есть какой-то определенный алгоритм Да, налаженный, но да? вопрос то, что направлен на процесс. Мы будем чинить, мы будем латать, мы будем... То есть не на результат. Мы починим до такого-то числа. Мы залатаем до такого-то числа. Мы заасфальтируем столько-то до тогда-то. А на процесс. Будем чинить. То есть и вот эта вот процессная логика, да, которая вот присутствует вот в управлении вообще в Украине. Вот она и приводит наши города вот в то состояние, в котором они сейчас находятся. То есть плачевное, просто плачевное. И вот эти вот процессы, которые, то есть у каждого города должна быть стратегия. В Николаеве этого нету сейчас. То есть стратегия устойчивого развития. То есть та стратегия, которая должно быть написано, что Николаев будет таким-то и таким-то городом через столько-то, столько-то лет. В Николаеве будет столько-то, столько-то освещенных улиц, будет ну, столько-то и столько-то проведено такой-то и такой-то работы. То есть все это должно быть в стратегии, должны быть стратегические планы, операционные планы, задачи. То есть у вас есть видение вот этой стратегии? Конечно, не то, что, ну, понимаете, будучи общественным активистом, я узнал, что в городе Николаеве есть очень много людей, которые этим болеют. Мы с этими людьми связались, начали работать. Стратегии в Николаеве уже было разработано неимоверное количество. Есть, скажем так, есть одна стратегия, которая уже более-менее представляет из себя ну, реальную такую стратегию. Ее надо немножко доработать, немножко там изменить видение города где-то, обсудить с горожанами и принять ее на сессии. Опять-таки, что мешало городу, Ну, как вам ну, сказать? скажем так, ну, последние там 5-10 лет, да, вот что мешает принять эту программу? Я считаю, что мешает непонимание. То есть многие люди просто не понимают, зачем это Что нужно она сделать, нужна? что она Что нужна. нужна эта То есть стратегия? как бы она может быть и ценная, но зачем? Зачем она? То есть исходя из стратегии города уже можно видеть, какие направления в городе можно развивать. В городе нужно провести аудит имущества. То есть город должен знать, чем он владеет. Это не только для горожан важно, то есть чем владеет, каким коммунальным имуществом, какой землей, сколько это стоит. То есть нужно проводить независимый аудит, нужно проводить независимую оценку этого имущества. То есть город, как любая структура, должен понимать, что в нем, чем он владеет. То есть чем он владеет, как он, чем эти, что за оборотные средства, какие активы, какие пассивы. И уже исходя из этого, чтобы оперировать с этим и становиться еще более прибыльным и наполнять этот, ну скажем, актив, который есть у города. Ну, хорошо, а вот как, собственно, городу привлекать деньги? Как зарабатывать? Как город может зарабатывать деньги? Очень просто. На Это самом... такие деньги, чтобы их хватило на устойчивое развитие. Ну, конечно, вопрос то, что как зарабатывать, это... у меня один всегда ответ на этот есть. Надо не мешать. Да, нужно просто не мешать. На самом деле предприниматели, инвесторы, люди, которые хотят вложить деньги, им не нужно помогать. Они знают, что нужно делать. Они готовы вкладывать деньги туда, где они будут видеть, что эти деньги будут развиваться и будет цениться их вклад. Конечно же, нужно искать этих людей, нужно создавать бизнес-форумы, нужно искать инвесторов, предлагать им, создавать специальные площадки, создавать условия, подводить им туда все коммуникации, которые нужно. И тогда, конечно же, эти предприятия начнут работать. Ну, у нас большая проблема то, что государство этим не сильно озабочено. Тот же пример Польши, это когда создаются специальные экономические зоны возле каждого города, и человек, предприниматель, вкладывая деньги, потом эти деньги возвращает себе в виде налогов, которые он не платит. То есть вот он не платит, то есть он вложил туда вот
500 миллионов евро. И вот пока он не выплатит все, ну, налоги будет платить, пока эта сумма не перекроется, то он не начинает платить налоги. И это то же самое должно быть сделано на уровне у нас, на уровне государства, дать нам такие полномочия сюда, на уровень города. Но пока вот люди, которые работают в управлении городском, должны заниматься тем, чтобы привлекать сюда инвестицию, привлекать сюда любого рода бизнес. То есть это как внешние, так и внутренние инвестиции, как местные предприниматели, так и конечно, из-за рубежа. Конечно, и местных надо предпринимателей любить, и заграничных, и помогать им. То есть нужно не ставить палки в колеса, не обкладывать какими-то там дополнительными оброками, там, налогами, а способствовать развитию. Спросить, что вам нужно, что вы хотите. Не говорить то, что вам нужно вот это, и мы вам дадим. А спросить, что необходимо. У нас есть Федерация ассоциаций предпринимателей малого и среднего бизнеса. Спросить их, что вам нужно. И они вам скажут, нам нужно это и это. Мы тогда уже будем думать, как это помочь, как найти, как изыскать. Ну, на самом деле эти федерации пытаются найти диалог, но я вижу, что не очень получается. То есть, насколько я понимаю, у нас предприниматели не очень любят. Ну, я не знаю. Или любят, но особой любовью. Я не знаю, как сказать. И мне кажется, лучший показатель – это количество, ну, скажем, заработанных денег малым и средним бизнесом. За границей, опять же, в той же Польше, это 70% валового внутреннего продукта – это как раз произведенного предприятиями малого и среднего бизнеса. То есть это небольшие предприятия. Они производят, они насыщают свой рынок, они продают на экспорт. Николаев пока занимается торговлей картошкой, там, капустки. Ну, ничего серьезного. То есть мы торгуем внутри и не зарабатываем, просто обмениваемся денежными знаками и меняем их. Ну, скажем так, не привлекая деньги из-за границы, не продавая что-то наружу. Так вот, собственно, что мы можем предложить, ну, например, иностранному инвестору? И, ну, насколько я понимаю, должны же быть какие-то гарантии для того, чтобы человек внес эти деньги, принес сюда деньги и не сказал, вы что, ребята, я же вот при таком подходе, я же их лишусь. Ну, вот как бы основная проблема работодателей сейчас, ну, я не буду говорить как бы за мир, но мне кажется, и в Украине это проблема кадров. Потому что хорошие, качественные кадры, они пытаются покинуть эту страну, покинуть в том числе и Николаев, потому что здесь не очень хорошие зарплаты, здесь не очень хорошая инфраструктура. Если человек является профессионалом, то он думает, зачем я буду продавать свои знания, свои умения в этой стране, в этом городе, если я могу уехать и заработать намного больше в другом месте. И, конечно же, молодежь покидает места, взрослые люди покидают места своей жизни, то есть город наш Николаев точно так же. То есть нужно работать с образовательными учреждениями, нужно работать с университетами, нужно помогать. Нужно, чтобы люди, которые заходят сюда с желанием открыть какой-то бизнес, какое-то предприятие, сразу же начинали работу с образовательными учреждениями, с университетами, то есть усложняли программы или как-то меняли программы, дополнительные какие-то курсы проводили. Потому что пока предприятие строится, уже можно обучать людей или перепрофилировать, которые уже сейчас люди, которые хотят работать, не студентов, не обязательно, взрослых людей, которые только и ищут место работы. В мире очень много денег, которые хотят быть привлечены куда-то. Вот Николаев должен воспользоваться этой возможностью и привлекать сюда эти деньги, и заманивать их всеми возможными способами. Удобной арендой земли, коммуникациями, высококвалифицированным рабочим потенциалом, то есть людьми, которые мы здесь можем готовить. У нас очень много хороших вузов, в которых еще живы хорошие преподаватели, которые дают фундаментальные знания. Нам нужно их чуть-чуть обновить согласно текущего времени, то есть того, что сейчас требует экономика и того, что сейчас требует новейшие предприятия. И вперед толкать этих людей. Ну, смотрите, университеты. У вас какое образование? Вы где учились? У меня высшее техническое, у меня два образования. Я учился в Могилянке и в КПИ. Отлично. Теория от практики. Да. Насколько отличается? В вашей уже, собственно, трудовой деятельности вам пришлось какие-то знания добывать, ну, конечно, извне, для того, чтобы совершенствовать свою теорию?
Конечно. Ну, на самом деле сейчас в мире ценятся те люди, которые способны легко обучаться новым знаниям. Потому что время настолько сжимается, новые технологии и новые знания появляются настолько быстро, что люди должны адаптироваться к этому, переучиваться. То есть непрерывное образование – это то, что еще должно стать коньком, одним из коньков Николаева. То есть люди должны все время иметь возможность получать новые знания. В том числе и благодаря тому, что предприятия, которые здесь будут появляться, будут помогать финансово это делать нашим Николаевским университетом. Брать под ним шефство. То есть то, что я тоже пытаюсь создать, это Николаевский IT-кластер, когда компании здесь компьютерные смогут помогать деньгами, скажем так, организовывать специалистов, которые смогут учить, будучи в университете, студентов, чтобы они не выходили из университета и начинали учить все сначала, а чтобы они уже, выходя из университета, знали, как и что нужно делать. Социальный заказ. Да, типа социальный заказ. То есть, чтобы уже выходили со знаниями, которые можно сразу применять на практике. Ну хорошо, на развитие каких отраслей нам сегодня нужно делать упор? Очень многие говорят, нужно возрождать судостроение. Не знаю, пусть меня побьют палка, но я считаю, что не совсем это то, что у нас может получиться вот так вот раз по щелчку. А, собственно, на развитие каких отраслей нам нужно делать упор? Я уверен в том, что Николаеве очень большой интеллектуальный потенциал. Нам нужно развивать инженерные, наукоемкие производства. У нас есть очень много здесь конструкторских... Имея хорошую теоретическую базу. Да, имея при этом хорошую теоретическую базу. То есть у нас здесь есть конструкторские бюро. У нас здесь есть много предприятий, которые работают в IT-сфере, то есть разрабатывают программное обеспечение. И это тот, скажем, сфера, та сфера, которая создает продукт с большой добавленной ценностью. Не стоимостью, а ценностью, потому что это интеллект. Конечно же, при этом нужно разворачивать и другие производства, в том числе там, сборка электроники, то есть, которая не требует больших интеллектуальных знаний. То есть нужно просто физического труда, люди, которые могут, то есть, создавать специальные профтехучилища, которые будут учить, как собирать эту же технику, там, малую технику, портативную или большую технику, те же холодильники. Почему мы этого не можем делать? Можем. И та зарплата, которая сейчас есть в Николаеве, она по мировому уровню просто мизерная. Китайцы уже не будут работать за $100. У нас зарплата в 2200 гривен, это около того, $100. Это будет зарплата, которую, если ты предложишь, то люди станут в очередь. А $200, так еще больше людей станет. То есть нужно привлекать сюда все производства, которые требуют минимального, скажем так, вложения в том смысле, что такие фундаментальные, там краны какие-то, там еще чего-то. Просто здания, в которых могут работать люди, что-то собирать, какие-то конвейеры. Это то, что нам нужно привлекать сюда. Кроме того, нам нужно сделать здесь образовательный кластер. То есть это непрерывное образование от 5 лет до 85, непрерывное обучение. Николаев должен стать, находясь в дельте двух рек, стать образовательной дельтой Украины, а может быть и в будущем СНГ. То есть мы должны понимать, что нужно мировым производителям, и внедрять это в образовательную систему, и сделать здесь возможность, чтобы люди любого возраста могли получать образование, востребованное в дальнейшем в каком-либо производстве. Александр, вам не кажется, что вы идеалист? Класс, это отличные идеи, хорошие, но насколько они реальны? Это все реально. На самом деле нужно выбрать цель, выстроить стратегию и идти к этому. То есть цель, стратегия и вперед. Нет ничего, любая цель начинается с мечты. Нужно немножко помечтать, поставить цель и идти к ней. Хорошо, вы говорили о том, что была у вас образовательная поездка в Польшу. Если сравнивать, да, насколько мы, вот наш город отстал от какого-то из городов Польши, где вы были, что нам нужно для того, чтобы хотя бы чуть-чуть вот в данный момент приблизиться. И так, коротко, потому что, к сожалению, мало времени у нас осталось. Мы очень далеко отстали от европейских городов. В Польше я был в Кракове, в Познане, в Люблине. И в первую очередь наши города нашей страны должны стать открытыми. Должны стать открытыми бюджеты,
должны стать реестры, открытыми реестром коммунального имущества. Когда вот есть такая открытость и доступность, тогда инвестор понимает, что городская власть, она открыта к инвестору, и она ничего не прячет, она ничего там не жмет, она хочет, чтобы открывается для того, чтобы туда зашли деньги. И все, что касается потом, все эти проекты инфраструктурные и так далее, они появятся тогда, когда у нас появятся в бюджете деньги. А деньги появятся, когда у нас будут здесь работать какие-то предприятия. Оно все взаимосвязано. И, конечно же, городская власть должна быть заинтересована в том, чтобы в первую очередь создавать новые рабочие места, прекратить экономить и начинать зарабатывать. Кроме того, мы сейчас в формате нашей общественной организации уже ведем работу по работе со структурными фондами, такими как Erasmus, Horizon. Мы планируем привлекать сюда деньги, вне зависимости от того, какая будет политическая ситуация, кто придет к власти. Мы сейчас уже хотим работать с этими фондами мировыми для того, чтобы делать улучшения инфраструктурные, по очистке воды, по образованию людей. То есть эти деньги будут к нам приходить сюда, вне зависимости от того, как в дальнейшем будет развиваться политическая ситуация. Потому что людям нужно помогать. И мировое сообщество понимает, что Украине сейчас нужно помогать не деньгами, а именно вот такими проектами. То есть уже целевыми вещами, которые помогут исключить коррупцию. Що ж, Олександр, я дякую за те, що завітала до студії, дякую за відповідь. Будемо сподіватися, що наше місто найближчим часом стане кращим містом в Україні. Спасибо. На все доброго. До свидання.